Привет! Это видео для конкурса «Забота о маме». Меня зовут Оля, мне 22 года, и у меня чудесный сын Алёша, который любит заботиться о маме и дать мне поспать утром. Последнее время он начал ложиться спать в 12 ночи, тогда же, когда и мы с мужем, и просыпаться в 9 утра. Тем самым, мне кажется, можно сказать, что он заботится о маме и дает ей выспаться, чтобы с новыми силами и энергией с ним играть целый день. Также обо мне заботится наш папа, то есть мой любимый муж. Он разрешает мне, отпускает меня ходить на концерты, на вождение, а в это время сам сидит с малышом. Поэтому я желаю всем, чтобы о вас также заботились ваши детки и мужья. Мне кажется, это очень важно, и любая мама нуждается в заботе.